И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Conan Exiles, все так же пытаясь выжить в этом прекрасном мире. Да, нашел, где здесь эмоции. В общем, что же изменилось с последнего, можно так сказать, моего выживания? Дофига чего. Вот этот долбанный молоточек... Молоток строителя. Меня еще немножко смущало то, что здесь ничего нету. Раньше было как? Куча всяких построек, нужных, ненужных, модовых, немодовых. Все здесь. И ты, блин, порой ищешь то, что тебе нужно, потому... А этого нету. Потому что, ну, как бы, построек. Куча всякой фигни. Поставив, создав молоточек, я увидел вот это. И сказать, что я офигел, это ничего не сказать. То есть, во-первых, здесь мы видим постройки. Список построек. Здесь уже идут крафтовые станции. То есть, верстаки. А здесь уже кровати, хранение, источник света. В общем, распределение — это, конечно, мое почтение. Очень удобно, как бы не сказать лучше. Но сегодня мы как раз-таки и будем изучать строительство. Я немножко подфармил ресурсов до перевеса, бог с ним. Но что самое главное... Я могу теперь немножечко побольше построить. Настройки управления, как что, где, ага, так близко строиться не будем. Настройка управления стандартная, как обычно, то есть в целом можно посмотреть и в менюшке, в настройках самих, то есть в целом ничего сложного в этом нету. Так. Я увидел там волков. С ними я рядом точно быть не хочу. Поэтому будем где-нибудь немножко подальше. Так, давай углубимся. Вот так. Очень козырно, очень удобно. Ты не строишь кучу, скажем так... Они ушли от этой дебильной системы. Создай кучу стен, создай кучу фундаментов, установи стены. Стен тебе не хватило, иди создай кучу стен. И все в таком духе. Здесь молоток строителя. Заходим в менюшку. И что тебе нужно, то ты уже и делаешь. Давай стену. Также внешняя внутренняя сторона. Здесь тоже подписывалась. Ну, она и раньше подписывалась. Но это удобно. То есть очень удобно. Блин, ну это прям... Это еще раз доказывает, что все-таки разрабы в арке незаслуженно едят свой хлеб, скажем так. Так, почему? Они много чего делают, точнее, много чего не делают. И без шуток это именно так и есть. Надо добыть немного камня. Так мы добываем по 9. Допустим. Я понял. Тут по арку была такая фигня, типа, они же хотели все убрать, но... Ну, отменили свое решение, потому что они ничего не умеют делать. И к слову о том, что они могли изменить систему строительства. Вот, очень вполне... В общем, в Конане очень много чего удобно. Как я уже сказал, то есть... вот у тебя кирка в руках, пошел, собрал траву. Сложно, что ли, это так сделал? Нет, не сложно. А в арке этого нету. И это после того, как я немного поиграл в Конан, мне было... Тяжело переучиваться.
Вот как-то так. Ну вот и сломалась моя кирка. Так, давай сделаем каменную. Потом починим. Ну да, здесь уже по 7. Самое главное, что я добыл металл в нормальном количестве. И с этим проблем нету. Удобно, когда есть стройматериалы сразу под рукой, но неудобно то, что здесь кабанчик тусует. Так. Кстати. Хоп. Как ни крути, но так быстрее перемещаться. И это есть что? Вроде бы только с кинжалами. Так, я хотел построить лестницу. Лестница, лестница. Но мне надо на вход лестницу поставить, чтобы заходить было легче. Так, отлично. Дальше мне нужно изготовить печь. Печь, 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 печь. Мне же как-то надо металл перерабатывать. Потрачено, доступно. Неужто то, что я много... Мне нужно прокачаться? Ну, вроде только здесь металл. Вообще ничего не помню. Ладно, давай построим костер для начала. Так, вот костер можно сделать. Это уже хорошо. Мне нужно будет поставить... Ой. Вот это убрать. Мне нужно поставить... Так, не ты, хранение. А что не хватает? Дерево. Ёпрст, я все дерево потратил. Так. А могу я сюда скинуть? Так. Ой, там у меня... Ну да. В общем, собаки это на улице. Так. А камень могу? О, камень могу. Отлично. Так, берем тебя. Берем тебя. Для чего мне кинжалы? Ну, понятно. Отбиваться. Немного дерева добудем. Так. Дерево дофига. Значит, можно поставить хранилище. Хранилище ставится друг на друга. Это, кстати, очень удобно. Не хватает бечевки. Окей. Ага, не хватает травы. Ладно, значит, потом сделаем. Сюда скидываем металл. Здесь мы только перерабатываем еду. Ну окей. Что у меня из съестного еще есть? Это смола. Да вроде ничего, но что-то у меня портилось. А, вот что портилось. Не, это пускай портится. Это мне не нужно. Скидываем так. Так, семки тоже пускай будут пригодятся. Монетки какие-то. Ну, весят мало, пускай будут, потому что они появляются откуда-то.
Камень, дерево, ветки. В общем, всякие какие-то непонятные ресурсы. Хотя это тоже мелочевка, пускай будет так. Стрелы уберем. Ну вот, уже и подразгрузился. Что за корень? Ингредиент. Так, вот еще вес, точно, кожа. Что еще занимает? У меня веса много. Да вроде ничего. Кору можно скинуть. Так, единственное что. Так, нет. Ну вот так. Перебор. Сухую древесину, кстати, надо. А, во. Вспомнил, где. А, через Shift можно переносить. Удобно. Так, погнали. Соберем немного травы. Ну, кстати, заодно и проверим. А закрывается автоматически или нет. Так, получил уровень. Очки таланта 3 доступно. Что у меня здесь? Так, это строительство, это выживание, оружие, оформление. Требуется 10 уровень, и тогда откроется вот. И тогда откроется печка. Ну, пока что пособираю кучу ресурсов. И попрокачиваю себе левел. Может, каких мобов поубиваю. Кстати, кровать надо сделать. Кровать делается через вот это. Что на тебя нужно? Кожа, дерево, все, фигня. Это все есть. Дерево, шкура. И делаем кровать. В чем разница между кроватью и спальником? Это две разные точки воскрешения, что очень даже удобно. Кстати, да, дверь автоматически закрывается. Это я уже увидел. Так, так. Ну и все. Остальное пока со мной будет. Получил 10-й уровень. Давай посмотрим. Так, характеристики, во-первых, выдержка. А, да, еще могу. Отлично. Это что у меня? Показатель доспеха и запас сил. Неплохо. То есть теперь у меня доспех еще лучше стал. Это у меня на 40 увеличилось, то есть у меня просто тупо на треть стало лучше, чем было. Ай, господи, классно. Так. Во, теперь я могу это изучить. Отлично. Металлические инструменты. Это изучил, это изучил. Плотник. Кожевник. Отлично. О, улучшенный костер. Могу изучить, могу изучить. Ну да. Забыл, что нужно смотреть вот на вот этот уровень, блин. А не только на то, что требуется. Сложные щипы. А зачем мне? Ну, пока что мне это все ни к чему. Изготовители оград. Пока что мне тоже это ни к чему. В общем, все пока что неплохо. Здесь замочил оленя. Здесь вот у меня металл спавнится. Вот здесь-то. Металл и вот. Здесь вот на горе я собрал кучу металла. А дом мой вот он. То есть место вполне хорошее. Камень, дерево, металл, животные постоянно тусуются. То есть очень-очень-очень неплохо. Так. Хавка. Нет. Хавка только еду восстанавливает. Тыкс. Сразу скидываем сюда. В общем, да, вот оно где съестное. Все съестное буду скидывать туда. Пускай будет. Так.
Вообще мне нужно сходить за водой. Я вот так смотрю, а у меня с водой там проблемы. Вода-то заканчивается. То есть, да, хорошо, бурдюк и все в таком духе, но вода-то заканчивается. И вот в этом-то основная проблемка. Поэтому сейчас нужно будет обязательно сходить за водой. О, переносимый вес больше. Точно, точно. Еще ж тут доспехи разные надеваешь, они разный эффект дают. Окей. Так, сделаем два, на всякий случай. А, чё, на всякий случай? У меня вот... А, так сразу по три делается? Вообще клево. Вот этот всякий случай-то и настал. У меня уже хпш нету. Я ж тут воевал. Етишкин, наоборот. Так, в общем, по карте... По карте... Это что? А, испытание. Испытание. Ладно. По карте у меня вода находится где-то вот здесь. Озеро есть. А, но это через заставу и где-то сюда прорываться. Либо попробовать вот сюда до реки дойти. Что тоже не очень хорошо. Здесь Асгард. Здесь большое поселение. Это я точно знаю. Поэтому туда добраться еще тяжелее будет. Здесь у нас акведук идет. Ну, по сути, что сюда добираться, что туда добираться, разницы никакой нет, везде полная жопа. Поэтому будем искать воду хоть какую-то, хоть где-то. Раз по пути не додумался набрать бутылечек с водой. Здоровье 208. Кстати, да, ну, вообще неплохо. А, да, это же таланты. Да-да. Таланты. Вот боевой пропуск дебильный. Ладно, посмотрим, что вообще... Что вообще здесь получится вот из этого всего? Третью серию снимаю уже подряд. Так что, даже если кто-то что-то писал, сомнительно, конечно. Я уже к этому привык. Я спрашиваю в комментах, а в ответ тишина. Вот к чему я привык. Ну вот, в общем... Так, хавку не обязательно ставить на слоты. Она все равно не хиляет. А вот тебя поставить есть смысл. Так, даже лучше вот так поменять. В общем, погнали за водой. Под дождем, по идее, я не могу его восполнять. А там уже будем смотреть, что, когда, где. Да, здесь у меня, конечно, испытания еще. Вот эти вот. Поищите других выживших. А, я просто. Надо будет, наверное, это вайпнуться и туда сходить. Ну, в смысле, вайпнуться, в смысле этот. А, снять браслет это умереть автоматом. То есть, ну, суициднуться. Вот, и надо будет туда сходить. Все-таки выполнить задание, а то собери камень, собери вот это вот там. Дебилизм еще тот. Так. Добрый вечер. Волков слышу, волки походу делают наверху. Угу, вот он. Так. Проблемка. Он намного жестче, чем я думал. Ну, в плане ХП я имею в виду. По XP получилось неплохо. Так, давай, скорняка лучше возьмем. По XP получилось неплохо. Но один раз стаданул, и уже прям четверть ХП сразу. Пяу! Это хорошо, что я немножко попрактиковался в битве, скажем так. Так, здесь у нас кабанчик. Блин. Так. О, это три башенки. Это поселение. Мне нужно идти вот сюда. Но я через эти поселения точно не пройду. Я вспомнил, что это за поселение. Дебильное. Как ты? Так,
Не, давай, короче, пробовать у тебя сдрипнуть. Оп. Без ускорения будем бежать. С периодичностью ускоряться. Угу, бежит за мной еще. Музыка выключилась, значит отстал. Это хорошо. Это что у вас? А, это деревяшка простая. Ну ладно, когда будем немного. Пригодится. А, потому что... Ох ты, нифига себе. Потому что кору потом используется... Точнее, кора используется... Вот, охранная башня. Кора используется для дубления кожи. И вот это как бы да. Да, конечно, надо было ставить режим, где лут не теряется, и вообще было бы легко и просто. Да нет же, ты чё, надо поставить среднюю. Ну, слишком же легко играть. Не вообще проблем бы не было. Вот прям без шуток. Смотрел спидран по Конану. Ничего, хочу не париться. У него вот это вот... Да, есть спидран по Конану. Вот. Чувак еще не парится, у него вот это вот стоит как раз, чтобы лут не терялся. Вот это все. Ну, собственно, без за счет этого ты спидранят. Ну, просто не, ты что, я ж такой прям это правильный. На нормале играем. Ну, хоть не хардкор, и то уже хорошо. Так. Давай ускоряться не будем. Олень, добрый день. Да ты серьезно? Да пошел ты. Слышь? На тебе. На тебе еще дважды. На тебе еще трижды. Оп. Лось. Тоже вариант. О, голова лося. И лося. Все-таки правильно говорить лося. Так. Желтый лотос. Холоднее. Так. Теперь как наполнить бурдюк? О, наполнился. Кайф. Вот это я понимаю. Теперь кинжалы бы найти, где они у меня лежат. О. Бурдюк. Полный. Полный. Отлично. Поход за водой выдался успешным. Ну и в целом-то неплохо. В целом-то неплохо в плане разведки. Ага, здесь это я вспомнил. Там тоже такая некое поселение, скажем так, на болотах. Ну... В целом путешествие получилось веселым, как ни крути. Мне, по крайней мере, прикольнуло. О, добрый вечер. Так. Ну и что? Будем возвращаться до дома. Это что у нас, металл? Металл. Почему бы не добыть? Хотя мне сейчас, по идее, что нужно будет на печку-то? Источники света. Крафтинг стейшн. А, черт побери, нажал. А, просто куча камня надо. Камень, дерево, камень. Ясно. Ясно, понятно. Куча камня, куча дерева. Маленькая куча дерева. И все будет хорошо. Так. Где мой топор? Можно даже немножко по пути и добыть его. Так. Вернулся домой. Давай берем камень. Отлично. Что можно сюда скинуть? Ну, могу уже печку строить. Вообще кайф. Так. Тут вообще
Возвращаясь домой, около вот этой колонны, там, оказывается, у меня спавнится волки. Я чутка в неожиданности убежал, конечно, от них. Но это прям было печально. Чуть-чуть-чуть прям не попал под них. Ну ничего. Как говорится, справились и с этим. Так. Вот же все. И запускаем печку. Отлично. Сейчас начнется делаться метальчик. Это уже хорошо. Дальше, что мне нужно сделать? Мне же, по идее, не только металл нужен. Мне нужен литейный верстак, по идее. Для этого бруски железа нужны. Здесь кора нужна в большом количестве. Верстак коваля нужно. Вот что нужно. О, литейный это. Ну да. Броня, не броня. И так далее. Металл плавится. Это уже хорошо. Так. Ага, на вторую печку-то откуда у меня ресурс? Ха! Ну, я, конечно, могу. Надо, значит, идти за ресурсами. А вообще, нужно построить... Упс. Вот так и вот так. Вообще нужно построить еще один. Погодим. Давай сделаем вот так. Ой. Я по привычке жму на Е. Ничего не знаю. Давай парочку штук этих сделаем. А на оставшийся вот это уже сделаем. Еще один надо делать обязательно. А, вот. Шкафчик. Точнее, хранилище еще одно. Так что тут без вариантов. Без этого никак. Ой, да пускай так будет, какая нафиг разница. А сверху еще. А, горизонтальный опор не хватает. Понятно. Понятно. А, так у меня аж ресурсов не хватает. Пофигу. Для чего мне нужно вот это, чтобы сюда сложить все вот это. Все семки. Объясни, конечно, я прям вообще огонь. Ну, не только семки имеется в виду, а все травы. Чтобы они были в одном месте у меня. Для чего? Ну, для удобства, как минимум. А то они, по сути, нафиг не нужны. Но лежат, мешаются. Так, шкуры. Ну, вот как-то уже так получше явно будет. Ну, хотя вот это тоже можно сюда скинуть. Пускай валяется, и это тоже здесь пускай валяется. Хотя, погоди. Ну, типа светит. Кстати. А что у меня с освещением? Здесь есть что-нибудь вообще? В плане освещения? Или это не здесь? А вот источники света. Нужна ветка и факел. Окей, не проблема. Ветки-то у меня есть. Потому что надо источники света все-таки какие-никакие доделать. Но это не дело. Во! Во! Нифига себе, один освещает-то сколько сразу. Вот это я уже понимаю. Красота. Слитки металла. Мутятся. Пойду. Подбываю ресурсы, что ли. А я вот и вернулся обратно. Просто там, где я нахожусь, дичи было немного. А у меня, между прочим, задание. Завалить дичь. Ну, видите, дичь. Completed.
10 штук. Случайно заметил. Завалил одного оленя, такой думаю, о, прикольно. Испытание. Забрать награду. Да, пускай будет. Не знаю, что это дает. Но... Победить последователя Асура? Ага, конечно, ну, да, конечно, ага. Иди в жопу. Гиен победить. Они меня чуть не победили. Соберите яйца. Ну вот и как бы. И пока можно это все и дело не трогать. Можно возвращаться спокойно на базу. Там уже, я думаю, металл пережарился в нормальном количестве. И что-либо можно делать. Давай заглянем сюда. Посмотрим, что вообще и как здесь. Не, вряд ли. Там нужно подниматься выше. И есть шанс все-таки отвалиться. Поэтому лучше. Лучше до дома. Лучше до дома пешком, чем бежать сюда от того, что тебя завалили здесь. Пока бежал до дома, еще и левел апнул. Куча мяса. Характеристики. Умел спать, последний удар, дает два не больше материалов. Вот это сейчас нужно будет. Это прямо на начальном этапе. Очень даже нужно. Двоечечь находит редкие материалы. Угу. Это типа, либо я выбираю больше, либо шанс на хороший дроп. Да, хороший выбор. А самое главное, фиг его выберешь. Так. Куча семок. Опять. Опять куча всего. Голову, блин, понасобирал. Ну, голову пускай здесь... Ага. Здесь будут лежать головы. Ну-ну. Так. Вот это тоже пускай валяется там. Ё-моё. Сколько всякой гадости. Ой, у меня тут еще и мясо. Ну, тогда запускать жарится, пускай жарится. И вот это сюда. Ну, в общем, ладно, бог с ним. Учим мясо, это хорошо. И голова волка даже есть. Клёво. Так. Веточки. Ну, веточки пускай будут. Так, что мне нужно? Открываем молоток. На R. Ну, это у меня на R настроено просто все. Верстак коваля. Камешек убрал, да? Молодец. Убрал камешек. Красава. То, что он мне нужен будет, явно в большем размере, чем у меня он есть, я об этом-то и не подумал. Ну, пока ставим сюда. У меня вариантов-то и не сильно много. Нужно расширять площадку обязательно. Ну а теперь у меня есть инструменты. Точнее, возможно создать инструменты. Вот, палочки здесь и будут храниться. Где там кирка? Обязательно чиним кирку. Потому что починка стоит, ну, допустим, 82 металла, да? То есть... Так, у меня стоит 30, а починка 23, да, примерно. То есть, ну, это фульная починка. Ну, то есть, как бы, дешевле. Это что самое главное. Дальше. Железный топор. Серп. Не хватает металла. Но он, благо, жарится. С этим проблем нету. Так, железный топор создается. И серпуля. Серпуля, потому что у меня с волокном вообще беда конкретная. Постоянно его, можно так сказать, нету. Вот эти вроде бы на каком-то следующем левеле появятся. Или их надо изучить. Ну-ка, давай посмотрим.
Да, вот, они, их нужно будет изучить. Я знаю, что они позже появляются. Но, как я уже сказал, позже. Позже это хорошо. Вот я вот думаю, надо, наверное, какую-то музыку на фон все-таки включать. Не игровая музыка, а как в арке я делал, включать музыку. О, рабы! Рабы! Вот это я понимаю. Вот это то, что нужно. С этим, я думаю, уже стоит начать заниматься в следующей серии. Обязательно. Потому что... Потому что надо. Да, места снова нету. Так, ну пока что и то я использую. Топор. Но, по сути, да, молоток лежит, пускай там. Все, что нужно. Теперь я могу лутать нормально траву. Вот, кстати, если я цветочки. Нет, цветочки это цветочки. А вот травушку. Ну-ка, давай посмотрим. Травушка. Хабыщ. 17. Вот это я понимаю. Во-первых, не по одной штуке. Во-вторых, много. А в-третьих, нужно. Задолбался я уже вот это по одной штуке их лутать. Самое главное, то есть вот он замахивается раз, и в обратку он тоже рубасит. То есть если вбежишь, у тебя несколько кустов ряд подряд, то ты их лутаешь сразу все. Кайф, кайф, однозначно кайф. Ладно, что-то серия опять затягивается. Я прям вообще не могу как-то нормализоваться по сериям, точнее по времени выпуска. Но дом самое главное уже есть, это уже хорошо. За кадром, наверное, все-таки расширю свою постройку. Блин, или рабов, или все-таки пойти найти местечко для постройки. Наверное, все-таки в следующей серии, раз уже есть металлоинструменты, как вариант металлооружие тоже забабахаем. Да, вот здесь оно есть. Нужно будет обязательно состряпать лук. Лук это прям нужная штука. Ага, задиром. Так, а каменные? О, стальные кинжалы это добывается. А, не, во. Мне вот это нужно. 13 левел. А у меня 12. Ну, вот за кадром я его выкачаю. И пойдем с... Все-таки подыщем место под постройку. И уже начнем строиться. Чтобы и рабы были уже на месте. И вот это вот и все. Ну а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Вот так вот. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно же, делиться моим видео со своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добра. Всем пока.